На картодроме Forza Karting состоялся 7-й, последний этап отборочного тура любительского чемпионата «Микс». Впереди большой финал. За главный приз 300 тысяч рублей поборются 4 сильнейшие команды. И да, все, мы теперь считаем все очки, но я уже так по секрету скажу, что уже посчитал. Напряженно будет финал, потому что 4 команды, в общем, кто финиширует первым, тот и молодец. Впрочем, и остальным 16 командам, прошедшим финал, сдаваться рано. Для них это последняя возможность набрать очки. Ведь помимо общего зачета предусмотрено несколько специальных. Таких, как, например, лучший пилот, менеджер сезона, дебют года и другие. В отличие от гонок отборочного тура, которые длятся по 3 часа 40 минут, в финале пилоты, сменяя друг друга, проведут на трассе 6 часов. Возрастает не только ответственность, но и нагрузка. Когда сам раньше ездил, я знаю, что это такое. Когда ты проезжаешь две смены плановых, ну, ты уже привыкаешь, организм привыкает к нагрузкам, все. А когда тебе еще надо доезжать, то тут уже и руки в кровь разбиваются, мозоли, и все, и шея болит. В большом финале состоятся две гонки 22 и 23 мая. В первый день поедет группа «Б», а во второй — группа «А», куда войдут 10 команд, набравших наибольшее количество баллов за турнир. А на дорогах общего пользования тем временем завершилось другое, не менее любопытное соревнование. В рамках национальной премии «Автомобиль года в России» состоялся традиционный мастер-класс. Уникальное мероприятие, сочетающее в себе тест-драйв, пресс-тур и конкурс с различными заданиями. На старт автопробега вышли 6 экипажей из 24 человек. Представители СМИ, экспертов отрасли и простых водителей – тех, кто активнее других голосовал за лучшие автомобили. Им предложили прокатиться по маршруту Москва-Переславль-Залесский. Организаторы подготовили участникам насыщенную соревновательную программу. Например, им нужно было как можно скорее отыскать в своих кроссоверах Mitsubishi Outlander листок бумаги, на скорость сполоснуть кузов с помощью мини-мойки или продемонстрировать мастерство в стрельбе из настоящей лазерной винтовки. Победителей, команду самых ловких и смышленых участников, набравших наибольшее количество очков, наградили сертификатами на комплекты шин и путевками на музыкальный фестиваль «Нашествие».